Приношу ей фотографию еще одного человека. Он, знаете, как-то неожиданно исчез. Она взглянула внимательно на фотографию, подошла к карте. Ну и чё? Раиса Харм! Я говорю, ну и чё дальше-то было? Подошла к карте и чё? Да. Подошла к карте. Так вот, ткнула пальцем и говорит, вот горячая точка, он сейчас здесь. Извиняюсь. Нашли? Раиса Харм! Мужика-то нашли? Кому? Мужика-то, говорю, нашли. Как какой-то электросон, я вам скажу. Ну, прямо как каменный век, понимаете? По сравнению с этой восточной медициной. Там ведь, знаете как, вот иголочкой тюк-тюк и все. А, не берет. Точно. А у меня только башка трещит, и все, больше ничего. Я извиняюсь, конечно.